Ребята, город Напердив. На самом деле, когда по-другому называется, но, в общем, Напервиль или что такое. Вот одна такая стена, смотрите, какая разрисованная. Не знаю, насколько хорошо видно, но качество, я не знаю, такая типа как пленка. Ну, очень-очень четкое изображение. Вся стена. Облака. Все нарисовано. Вот как город называется. Непервиль. И да, ребятки, мы уже, смотрите, приоделись, тепленько все. Потому что тут уже прохладненько. Сколько сейчас тут градусов? По-моему, 13 градусов. А у нас в прошлом, где мы останавливались, в Цинциннате, там было 20, а в Виржинии было 22-25. То есть сейчас очень прохладненько, поэтому все в тепленьком. Вот такая еще раз. Стена. Супер. Вот, кстати, другая сторона этой стены. Ну, тут не так все разукрашено, но также вся стена. Ребятки, ну все, мы здесь, возле этого боба. Кто-то говорит, что это капля, но на самом деле это боб. Спанч Боб. Я считаю, что пальцев много не бывает. Машите ручкой. Фиголи, вот что. Вон Трамп Тауэр. Вот сюда оставил банан для бега. Хотите подкрепиться? Ну, Мария, расскажите свои первые ощущения от города, города Чикаго в штате Иллинойс. Красиво. И все. В общем, у меня более развернутый ответ. Значит, пригород Чикаго был дождливый, мы оттуда выехали, и вот дождик прекратился, но, как вы можете заметить, тут прохладненько. В районе 13-15 градусов сейчас. Но люди тут привыкли, ходят вон в футболочках, в кофточках. Кто-то в юбочках. Да, кто-то в юбочках, не то, что мы привыкшие к теплу. Вот сколько сейчас? 12 часов, да, люди бегают. Что вы бегаете? В общем... Очень колоритный, классный такой старый, старинный город, смотри, какие часы классные. Вот, это раз, то, что холод прохладней, классно, в общем, очень колоритно. Сейчас идем на набережную, покажу вам набережную, может, покатаемся на водном такси, на кораблике. В этот город надо приезжать дня на 3, как минимум, да? Чтобы успеть везде покататься, походить, посмотреть. Еще одна примечательная вещь, что люди одеваются тут реально разнообразно, да? У нас как-то все так, как-то все, ну не то, что однотонно, но да, скучненько, серенько, типа, тут люди одеваются, ну, конечно, тут людей намного больше, вот, очень много испаноговорящих, да? Ну, то, что мы видели возле Бинца, то есть очень много людей разговаривают на испанском. Огроменные здания, конечно, у нас такого в Виржинии нету, даже какие-то большие здания по сравнению, допустим, вот смотрите, какое зданище, кажется, очень маленькое. Факт о Чикаго от Машки. Ну, Машка, скажи ему. Скажи. Ну, в аптеках Чикаго продается крепкий алкоголь. Она сказала пухлишка. Говорит, подлечился и так. Да? Неправда. Ничего не докажете.
Вот, в общем, еще один факт о Чикаго, в том, что тут продается алкоголь в аптеках, и это, в принципе, нормально. Еще одна вещь хотел сказать, что много индусов, вот русская стояла, разговаривала. А вообще много людей, приехавших из Индии. В разных, в принципе, сферах работают, насколько я видел, уже и такси, и по-разному, конечно, одеты. Видно, что какие-то не таксисты. В прошлый раз, когда... единственный раз, когда мне написал поляк в комментариях, по-моему, ну, мне жена говорит, что ты там зазнался. По-моему, Витя, ты тут ходил, да, на этом мосту? Такой же металлический, где вы Uber заказывали. А ну, напиши мне, пожалуйста, этот мост был или не этот? Я хоть притронусь к тем местам, где ходил поляк. Ребятки, это у нас уже третий мост, который мы пересекаем за последние два дня. Вот так выглядит, можно сказать, набережная. Конечно, есть более приспособленные места для походов. Но мы их скоро найдем, и я вам покажу. Не переживайте. А вот там, скорее всего, это сваи со старого моста. Видите, они еще деревянные. Там и вон там. Смотрите, мост развели. Вот, смотри, Holiday Inn, надо запомнить его. VIP-парковка, чтобы машины тоже могли любоваться своим прекрасным видом. Причем два одинаковых здания. А дальше люди живут. Вон даже гриль стоит. Ребятки сели вот на такую лавочку посидеть. Вот эти, что мы нашли. Родители говорят, буряк растет. Нет, это салат. Красный буряк. Салат растет. Ну, то есть, если захотели покушать, да, можно перекусить. Пока да, и денег нету, пожалуйста, можете прийти. Как раз вот напротив, напротив оперного театра. Капуста красная. Где капуста? Я не вижу. А, да, кстати, вон капуста. Вот вам и капуста. То есть как раз напротив оперного театра можно перекусить, сделать себе хоть какой салатик. Ребятки, опять я попал, короче, в Лондон. Лондонское такси на дорогах Чикаго. Интересная какая-то машина. Да,
Не успел вам заснять, как у тебя два молодых парня там в центре бегали. Так что, может, мы побежим? Я в фонтане! Ребятки, мы на военном пирсе, и вот тут такая вот оранжерея. Слушайте, тут климат совсем-совсем другой какой-то, сразу чувствуется. Туда мы пойдем немножко позже, пойдем сейчас покушаем, потом пойдем на улицу. Так, ребятки, сейчас мы находимся на военном пирсе, так называемом. Это самая крайняя точка этого пирса. Пока есть, ну, ничего тут такого особенного нету. Посередине есть колесо обозрения, вот ресторанчики там, где я показывал, и тот сад, который я вас тоже водил. Вот, но на самом кончике, так сказать, ничего такого. Есть вот такое вот тут здание на всю длину. Не знаю, что там проводится, но люди там, в принципе, какие-то есть. Вот такая вот, если вам передает камера, вода. Голубого бирюзового цвета, вся чистенькая. В самом канале, где мы плыли, вода была не такая. Тут, конечно, все. Вот там вот даунтаун. В облаках. Смотрите, еще что мы заметили, вернее, я заметил, я вообще замечательный, я заметил. Смотрите, очень, в принципе, чисто. Вот там, кстати, пирс. Мы идем пешую прогулку делать. И на улице, можно сказать, что для такого мегаполиса, я думаю, что это очень чисто. Вон, ну, где-то валяются, конечно, вон одна бумажечка, вон какая-то вторая. Но столько тут людей проходит, это, конечно, очень-очень много. Ребята, ну пока мне еще осталось заряд батарейки, покажу вам еще одну замечательную достопримечательность. Вот такой фонтан. Знаете, мама правду сказала, вроде вот тот бинс, да, который находится вот в той стороне. То есть вроде бы такого, ничего такого, металлическая конструкция, но сколько она придает интереса, смеха, развлечения. Привет, подписанты и подписулечки. В общем, мы только что были в музее. Какого? Музея Чикаго. Истории Чикаго. Нам не понравилось. Заплатили по $19, и нам не понравилось. Скучно, нудно. Да, скучно, нудно. Когда я был в Филадельфии в музее, там я заплатил, я не помню сколько, но было намного интереснее. И вот все такое. Хотя, конечно же, музеи, они, в принципе, сами по себе относительно скучненькие. Но в программке, которую я нашел, там было написано, о, этот музей по-новому предоставляет вам возможность ощутить, короче, почувствовать историю. Ничего не представляет. Заходишь и начинаешь читать по-английскому какие там факты. Короче, неинтересно. А еще три раза в день, по-моему, что в 11:30, в час и в 3 часа идет фильм 20-минутный, где рассказывается, в принципе, то же самое, что находится в залах на двух этажах. То есть за 20 минут можно все посмотреть, фильм, и понять всю ситуацию. В общем, ну, честно говоря, не понравилось. Вот, поэтому как бы смотрите сами, если вы захотите приехать в Чикаго, и вам уж очень-очень нечего будет смотреть. Вот такая погода, как у нас, дождик. То есть, почему мы пошли в этот музей? Потому что погода дождливая. И самое лучшее, естественно, ходить не по зоопаркам, как предлагала мама, а вот что-то наподобие аквариума. Кстати, аквариум мы туда... Ну, честно говоря, я не хочу. У меня родители хотят, я не хочу. Мы в аквариумах были, в принципе, все видели. Но, тем не менее, может быть, такой с палочкой-выручалочкой пойти не в музей, а в аквариум. Может быть, там будет интереснее. Сейчас идем пробовать пиццу,
кстати, о пицце. А вы знали, что в Чикаго, чикагская пицца, она не очень обыкновенная? Вернее, необыкновенная. Она вообще делается как пирог. Вся начинка внутри, под тестом. Покажем, сейчас идем именно туда, где продают такую пиццу, и покажем ее вам. Вот, побывались, проезжали мы по украинскому селу, ну как бы ничего такого, мы там на одной улице проезжали ее, ничего такого мы не увидели, я ничего не снимал, просто висят действительно таблички у Ukrainian Village и магазинов каких-то, названий магазинов и все такое, мы не, я не наблюдал. Ребятки, еще заметил такую штуку. Кстати, а у нас в Вирджинии, как у нас там? Переход? Да. Тоже белый человечек. Тоже белый человечек? Да. В общем, из-за того, что в Вирджинии я не езжу, я вернее, редко хожу пешком, я, оказывается, не замечал, хотел это плюсовать. В общем, хотел приплюсовать это к этому, к Чикаго, но нет, это не Чикаго, это, в принципе, вся Америка. Пешеходные переходы тут, вернее, значки о том, что можно идти пешеходом, то она красненький, либо беленький, а не зелененький. Я только что такое подумал, блин, чего мы стоим, у нас же белый пешеход. Продолжаем репортаж с окрестностей Чикаго. Значит, пришли в пиццерию покушать, которую я вам рассказывал. Может, потом попозже покажу саму территорию, очень большая площадь пиццерии. Вот специально есть зал для ожидания, где надо подождать 20 минут. Хорошо вот с таким прекрасным видом и с мягкими диванчиками. Сказали, надо подождать столика в районе 15-20 минут, но пицца будет готова минут через 40. В любом случае. Взяли мой номер телефона, сказали, что они мне напишут, когда я могу подходить. То есть до чего техника дошла, все хотят есть, большие очереди. Все тот же. Это просто чаковый чипсы. Да, но пицца. Ну интересно. То есть также продолжаем. Можно большое зерно. Продолжаем снимать. Значит, десерты. Начнем с десертов. Закажем вот такую вот и покажем, что это такое. 7,25 три кусочка. Вернее, не три кусочка, а на трех человек. Вот, супы по $4. Какие-то сэндвичи по 8-9 долларов, 10 долларов. Паста 10-11. А пиццерия, про которую мы вам рассказывали, потом покажем. Вот она для одного человека $10, для двоих $15, для троих $21, для четверых $26. Но пицца, я думаю, что тут очень большая. Ну и вот немножко другие ингредиенты, она немножко тут дешевле. Ну вот пиццу нам принесли, она не совсем такая, как мы рассчитывали. Или такая? Такая, ну окей, такая. Видите, большой коржик, оно такое как пирог. Пирог похоже, да. Ну, то есть большой такой, не тоненький слой. И вон еще наши две пиццы, которые разные виды, будем пробовать.